Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла «Леденец на палочке». Для этого нам понадобится косметическое масло оливковое «Extra Virgin», отдушка «Клубничный леденец», краситель «Ультралимонный», краситель ультра зеленое яблоко, краситель жидкий ультра алый и краситель жидкий ультра аквамарин. Также нам понадобится мыльная основа. Я буду использовать основу белую производства Англия. И также нам понадобится формочка. Я буду использовать силиконовую форму леденец на планшете. Выглядит она вот так вот. Также нам понадобится несколько пипеток пластиковых, стеклянная палочка для перемешивания и несколько термостойких стаканов. Для начала растопим небольшое количество основы. Я растопила небольшое количество белой мыльной основы для того, чтобы окрасить серединку цветочка. Окрашивать мы его будем желтым цветом, поэтому в основу мы добавляем краситель ультралимонный. Хорошенечко перемешиваем краситель с основой. Добавляем несколько капель отдушки клубничный леденец. И добавляем также несколько капель косметического масла. Все хорошенько смешиваем. И с помощью пипетки окрашиваем серединку. И ждем, пока она хорошенько застынет. Теперь в растопленную основу добавляем краситель аквамарин. Добавляем буквально несколько капель. Добавляем пару капель оливкового масла. Добавляем отдушку, клубничный леденец. И все хорошенечко перемешиваем. И теперь с помощью пипетки окрашиваем лепесточки. И оставляем до полного застывания. И теперь таким же образом окрашиваем второй цветочек. Только вместо красителя аквамарин добавляем краситель зеленое яблоко. Добавляем немного красителя. Добавляем отдушку. И добавляем немного косметического масла. Теперь хорошенько все это перемешиваем. И теперь ждем, пока наши лепесточки хорошенько досохнут, для того, чтобы убрать лишнее то, что повыходило за границы лепестков. Далее в белую основу мы добавляем краситель ультра-алый. Добавляем отдушку. И добавляем немного масла.
И все тщательно перемешиваем. И теперь заливаем основу в формочку. И оставляем до полного застывания. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло из формочки. И вот у нас получились две такие ароматные, яркие карамельки. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!